камеры снимем вот здесь. Меня зовут Мельков Николай, я главный инженер инспекции карты убитых дорог. Сейчас мы находимся на улице. На участке, здесь мы видели яму. Глубина состояла 15 сантиметров. По ГОСТу 505-97-33 максимальная глубина ямы может быть не более 5 сантиметров. А допустимый размер в глубине 60, в ширине 15. Что тут за шмётки торчат? Геосетка, да, вылазит? Да. Что это такое? Мы видим, что длина ямы 2,40 метра. Превышает норматив в 4 раза. А ширина 2,60. Что более 15 практически раз больше, чем норматив. Сейчас мы будем узнавать, почему там пуши такой дефект и чиновники его не видят. Это улица, ремонтировалась в 15 году, на ней было продаж более 75 миллионов.